Так лучше. Давайте топ-5. 5 минут 20 секунд. Мне кажется, он дольше будет генерироваться, чем я его проходить буду. Носить бедрока. Бедрок виден. Здесь написано виден бедрок. Не означает, что ты не должен докапываться, да? Да? А, последняя бордюр, то есть 4 бордюра. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть 4 бордюра. За сколько это? Мне нужно меньше, чем за 5 минут 20 секунд пройти. Ну, либо, по крайней мере, меньше, чем за 7 минут 47 секунд. Я могу настроить life split так, чтобы... Ну-ка. Best сегмент 7... Нет, чё, сколько дела? Хотя бы на топ 5. 5, 20, 833. Где life split? А, 5... 20... 833. Д. Шо? 5.20.833. Окей. Сейчас узнаем заодно, как работает твой сплит. Так, раз, два, три. А. Мне нужно бежать примерно в угол. Примерно мне нужно туда бежать. Чисто из угла в угол придется бежать. Ой, можно не надо. Нет. А там лодка же была в этой версии.
Define has been banned. Середина до границ. Ну, примерно. Возможно, мы... Нет, невозможно. Раз граница. Два граница. Бежим обратно. Де факто мне в два раза больше и обратно бежать. Подожди, а если я вот так вот буду делать? Где какая разница? Вы мне хотите сказать то, что эти люди до той границы и до обратно, еще и вверх и вниз? Ну-ну. Ну вот, чтобы вы понимали, вон там примерно центр. То до него еще нужно пойти идти. У меня есть всего минута на то, чтобы добраться отсюда до той стороны и выкопать. Вот сейчас ровно минута, не больше. Russian guy. А, он еще и вниз, наверное. Я вижу угол. Три. Четыре. Я увидел уже бедрок. Это считается? Нет. Так я ненавижу. А, я что, не могу сделать вот так? Пять, пятьдесят девять, восемьдесят восемь. Ладно, нормально.